Всем привет, с вами Ял, и сегодня мы играем в Money Wars на сервере CubeCraft. Играю я на карте Golf, она довольно маленькая, здесь у нас 12 человек. Играю я, конечно же, в соло, да, сегодня я один. И где мой генератор? Вот он, отлично. Так, сейчас сразу набираю себе, просто стою на генераторе, набираю себе железо. Я хочу построиться и зарашить вот этого парня. Он вроде тоже на генераторе стоит. Но для начала все-таки мне придется чуть-чуть застроить свое яйцо, потому что могут, знаете ли, зарашить просто руками. Хотя, я думаю, им не составит проблемы и руками сломать блок. Но все равно это будет дольше, поэтому я вот сейчас буду рашить. Надеюсь, он не застроил еще яйцо. Вряд ли он успел. Ах ты, зато он уже идет сюда. Я понял. Сзади никто не строит. Не строится сзади. Так, тихо. Ах ты! А! Блин! Как меня тэпнуло, вы видели? Ай-яй-яй! Нет! Ты не сломаешь мое яйцо! Нет! Иди отсюда! Пошел! Падай! Ты думал меня обмануть? Ничего не получится! О, черт! Он убегает на базу! Давайте собьем его! И, ну, yes, а! Где твое яйцо? Ага, ну все, попался, гад. Так, а ну падай вниз, давай, зря ты не застроил его, чувак. Зря ты его не застроил. Все, мало здоровья, да, ой, в паутинке застрял, смотрите, кто-то застрял у нас в паутинке. Давай еще, застревай в паутинке. Так, он меня сейчас, кажется, собьет. Почему я не могу его... О, все, наконец-то я его убил. Я его полностью убил. 20 айрон. Окей, будем прокачивать на его базе генераторы. Да. Все, есть такое дело. Надеюсь, меня не тэпнет. Все, вроде все нормально. Мое яйцо в порядке, видите как? Я все-таки зарашил этого чувака, хотя и один раз пришлось умереть. Он меня сбил. Сейчас прокачаем и этот генератор еще раз. И теперь только за золото. И свой генератор еще раз золотой. Давай, 8. Давай, 9, 10. Ну, скорей. У меня, кстати, есть еще алмазный генератор. Вон он наверху. Я этого не знал, не обратил внимания. Угу, на центр уже синий построился. Красный. Не знаю, где красный. Так, 10. Обновляем. Замечательно. Так, ну отлично. Одну базу мы контролируем полностью. Наберем себе блоков. Пару стаков. И, ага, еда. Вот, блин, вот вечно я забываю про еду. Еда ведь один из важнейших компонентов, чтобы победить в этой игре. Как бы голод, только не можешь бегать, все. Ты уже, ну, полностью беззащитный. Итак, идем на соседнюю базу забирать наши материалы, так как это уже наши материалы, отлично. Еще раз подкрепиться. Можно даже воспользоваться его вилледжером. Ну, дальше у нас уже апгрейд идет за алмазы, поэтому, пожалуй, лучше уже идти на центр и копить алмазы, чтобы также заапгрейдить себе алмазный генератор. Но, прежде чем уходить, у меня 18 слитков золота, 25 уже, отлично, можно взять себе железный топор. Кстати, да, на прошлом видео мы набрали очень много лайков, комментариев, отзывов, я почитал, и многие из вас говорили, мол, вот насчет брони, что зачем, мол, брать кольчугу, если кожанка почти такая же по прочности, как и кольчуга. То есть лучше уж сразу накопить на железную броню. Окей, я к этому прислушался, как видите, как слышите, прием. Так вот, я все-таки прислушаюсь к этому совету. И что, наверное, нужно набрать яблок, сейчас сбегаю снова на соседний остров. У меня небольшое преимущество, так как у меня два острова, где я могу лутаться. Но тут уже, блин, чуваков ломают, смотрите, сколько поломанных. У скольких людей поломаны яйца. Так, а это у нас кто? Синий. Давайте синего поломаем. Или он же поломан? А, синего уже нет. Я понял. Синего уже уничтожили. Что ж, ладно. Берем золотые яблоки. Они нам понадобятся по-любому. И кирку. Я хочу еще кирку купить. Что, может сходить забрать у него золото?
У него его, по-моему, должно быть много. Так, возьмем еще блоков. Поедим. Потому что нам нужна кирочка. Если что, вдруг побегу на чью-то базу, нужно будет ломать, а там все застроено, и получится нехорошо. Так, забираем 15 слитков. Отлично, я уже могу взять кирку за 10 золота. Кирку. За 10 золота вот эту берем. Так, все отлично. Что ж, в принципе, я могу построиться. Что у нас красный? Красного уже нет. Слушайте, так я могу вообще кучу островов занять. Мне единственное, что надо прокачать, алмазный генератор, потому что, как бы, за алмазы, только за алмазы можно купить железную броню, лук, ну и, собственно, все такие необходимые вещи. Не знаю, что он сделал красный, я сломаю его. Хотя, я теперь сообщил этим, где я нахожусь. То есть, спалил свое местоположение. Ну, ничего страшного. Сколько у нас? 15. Отлично, 15 слитков. Неплохо. Наверное, давайте от красного построимся, потому что не хочу палить свою базу, не хочу от себя строиться. Построимся на центр от красного, чтобы у меня был какой-то отход. Кстати, а я какой? Я фиолетовый, purple. Что ж, окей. А то я бы так и не знал до конца игры, какой у меня цвет. Так, спускаемся. Вон он у нас на центре, собственно, чувак. Он вроде как даже не в броньке. Он что, голый сюда пришел? Окей. Так, так. Путь до центра у меня теперь есть. Идем собирать. Вот так вот. Нет, вот так. Я же поставил же блок. Ага, вот у нас внизу тут чувак. Привет. А у меня тут топор. Опа, минус. Яблоки пока не стоит есть. Так, это мне не надо. Мне ведь нужны только алмазики. А, тут еще куча всего. У меня аж даже лаги начинаются. Так, главное не забыть, куда идти. Вот алмазы еще есть, отлично. А, кто-то умер. Просто умер. Опа, смотрите сколько. 17, слушайте, я сейчас фул железку возьму. Так, все. Я могу взять фул железку. Сейчас еще забираю вот эти алмазы. Слушайте, нет, я даже могу еще покопить немного. Ага, вон уже через красного идут ко мне. Ко мне на базу уже идут. Быстрее, возвращаемся. Нет, он сейчас сломает. Черт, нет. Стой, гад. Вот гад. Все-таки сломал меня. Ах ты, гаденыш. Ты что творишь, а? Сломал меня. Что ж, придется тащить без яйца. Ты еще решил прийти сюда в наглую? Я же тебя... А, ну да-да-да, это ж я его убил. Я его убил на центре. Вот гад. Ну ладно. Так, у меня что по материалам? У меня много алмазов. Сейчас я куплю себе броню. И просто буду всех тащить. Он пришел, он вернулся. С кулаками. Ишь ты какой. Так, стоп, я выкинул алмазы. Я что, выкинул алмазы? Гад! Да ты... Да пошел отсюда вообще... Так, я тебя сейчас сломаю. Блин, ты смотри, какой наглый... Блин! Гаденыш, я из-за тебя алмазы выкинул. Просто выкинул. А ну иди сюда. Окей, я иду за тобой. А ну иди сюда, гад. Ты что творишь, а? Ты что наделал? А ну иди сюда. А ну сюда подошел. Гаденыш! Он сейчас убьет меня! Фух, все, нет. Господи, этот чувак чуть ли не заовнил меня, не затащил. Так, а это чья база? Желтый, да? Слушайте, вот это жесть. Этот чувак прям как, прям так в наглую. Я из-за него алмазы свои потерял. Что происходит в чате? Это просто нервный школьник. Да, мы его заовнили. Если что, заовнили это типа как... Овнт. Овнт. Затащили. Выиграли, короче, все. Так, набираем еще стейков.
Сколько нервов. Сколько нервов от этой игры, ребят. Money Wars. Так, ага, вон он у нас тоже кожанщик пошел. Так, ты лутаешь там мои алмазы, да? А ну иди сюда. Это у нас какой? Light Blue. Слушайте, вон он, вон он. Так, ладно. В принципе, я могу собрать эти алмазы. Мне их нужно выставить в слот. Потому что... Я не знаю, куда они делись. Видимо, когда на меня напал этот зеленый, какой-то прям, я не знаю, агрошкольник, напал на меня, начал меня бить, я с перепугу оглянулся, чтобы он меня просто не скинул. И, видимо, в этот момент каким-то образом выкинул алмазы, потому что я закупался, и в этот момент выкинул алмазы. Так, у меня снова 20, я могу вернуться на базу красных, которую я занял. И закупить себе фул железку. Наконец-то у меня будет фул железка. Я надеюсь, никто меня сейчас не будет рашить. Потому что этот зеленый прям какой-то наглый. Слушай, зачем ты ко мне шел? Видите, он проявил свою... Как бы это сказать? Свою злость. И неосторожно на меня напал. И ему это обернулось. Eliminated. Он был изгнан. Уничтожен. Разрушен. Так, окей, идем. Значит, теперь мы будем закупаться. Теперь мы будем затариваться на алмазный меч, наверное, или топор, даже не знаю. Ну, в принципе, я привык и к топору. То есть, вообще, я привык уже к системе PvP в 1.9. О, привет, слушай, а здесь у нас уже лучник. Ну, это вообще капец. И алмазный меч у него есть. Ну, конечно, конечно, у него уже все есть. Ну, ладно. Раз уж ты мне оставил эти алмазы. Спасибо тебе большое. Light Blue и циановый. Окей, так, он снова возвращается. Будешь меня стрелять? Попробуй постреляй. Угу, мимо. Это все мимо, чувак. Мне нужно тебя уничтожить. А, это девочка. И она, кажется, лагает. Да не могу попасть! Да в чем дело-то? Не могу попасть. Это очень опасное сражение, потому что я-то... Опа! Минус. Окей, окей, извини. Где у нас циановый? Вон он. Это вроде был циановый или light blue? Я не знаю, кто это был. Но я пойду через оранжевых. Я пойду через оранжевых. Нужно помнить, что у меня уже разрушено яйцо, и я не смогу заспавниться. О, здесь кто-то оставил свои вещи. Никто вроде не прокачивал себе алмазы, странно. Так, 12 алмазов, я могу купить себе меч. Затариваем. И топор, наверное, тоже оставлю. И золотых яблок. Так. И стрелы. Да? Или пора идти. Опа! Кто тут у нас? А кто тут у нас? Кто же тут у нас? Ага. О, ну все понятно, все ясно с тобой. Чё ж ты такой неосмотрительный? Просто упал. Ну и где ты? Я тебя сразу сломаю, потому что ты мне будешь доставлять проблемы. А, ну видимо все, да? Слушайте, этот чувак... А он пока он падал, наверное. Я ему сломал яйцо, пока он падал. Он не успел... умереть. Не успел возродиться. Так, возвращаемся. И теперь у нас сражение только против Light Blue. Что ж, отлично. Отлично. Мы остались один на один. Я надеюсь, у меня все получится. Сколько кирка стоит? Не знаю, стоит мне кирку покупать. Или у него ничего не застроено. Или у нее. Это вроде она. Я бы такой, конечно, чтобы лук взял. Там все понабирал. Она почти, почти в фул железке. Где, кстати, она построилась? Я не пойму, туда, через желтых, что ли? Ага, видишь меня, видишь меня? Сейчас я тебя буду уничтожать. Приветики. Приветики. О, у нее тоже алмазный меч уже есть. Так, так, так. Мне страшно. Она меня может сбить. Она очень
уверенно настроена, или это он? Это он вроде. По-моему, он та была девчонка, а это уже какой-то пацан. Сундуками там что-то застроил. Опасный чувак. Ха. Ха, паутину тебя. Паутину. Слушайте, лучше бы я взял топор. Ай. Лучше бы я взял топор. Что он делал? Он, кажется, по 1-8 сражается. О, ну да, он, по-моему, он сражался на 1-8. А, то есть тут обязательно нужно сундук разрушать, да? Что ты делаешь? Черт, он, кажется, меня убьет сейчас. А, я знаю, как его сломать. Ну что он не умирает-то? Слушайте, ты какой-то... Какая-то жесть. Где мои блоки? Ай, да все-таки сбил меня, гад. А, он и сверху поставил, офигеть. Он и сверху поставил. То есть мне нужно теперь как-то защищаться. Ну все, чувак, извини. Все, он упал. Что ж, ребят, это был Money Wars на сервере CubeCraft. С вами был Ял. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк этому видео. Давайте наберем 8000 лайков. Если наберем, обязательно выйдет следующая серия по Money Wars, соло или тим с кем-нибудь. Пишите в комментариях, с кем бы вы хотели новую серию Money Wars. Что ж, всем пока. Наверное, на этом все. Увидимся.